целях реализации мер, направленных на увеличение доли безналичных расчетов при продаже товара, выполнении работы и оказании услуг, в Беларуси сокращается перечень случаев, при которых индивидуальные предприниматели и юридические лица вправе принимать в свой адрес наличные денежные средства. Для них с 1 июля 2025 года вводится обязанность использовать кассовое оборудование в отдельных сферах деятельности, таких как осуществление разносной торговли, оказание услуг и продажа товаров в поездах в ассортименте, утвержденном государственным объединением «Белорусская железная дорога», оказание на дому услуг, а также осуществление торговли с доставкой товаров на дом операторами почтовой связи и электросвязи, выездными бригадами организаций службы быта и коммунальных услуг, выполнение работ, оказание услуг вне постоянного места осуществления деятельности на территории сельской местности, оказание бытовых услуг в объектах, расположенных в сельских населенных пунктах с количеством работников, непосредственно оказывающих такие услуги, не более одного человека в одну смену, а также осуществление розничной торговли товарами в таких объектах. Также с 1 июля 2025 года индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам нужно будет обеспечить наличие платежных терминалов для приема безналичных платежей в следующих случаях: разносная торговля, оказание услуг и продажа в поездах в ассортименте, утвержденном государственным объединением «Белорусская железная дорога», осуществление торговли с доставкой товаров на дом операторами почтовой связи и электросвязи, выездными бригадами организации службы быта и коммунальных услуг, выполнение работ, оказание услуг вне постоянного места осуществления деятельности, автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении, объекты бытового обслуживания населения с количеством работников, непосредственно оказывающих бытовые услуги, не более одного человека в смену, и оказание от имени дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств услуг по приему заявлений о выдаче визы для въезда в государство с визовым режимом. Постановление вступает в силу с 1 июля 2025 года, так что субъектам хозяйствования есть время заблаговременно подготовиться к новым требованиям, обязанность по соблюдению которых предусматривается постановлением.